В экологический рейд отправились рано утром железнодорожного вокзала Ульяновск-Центральный на автоматрисе. Это моторный самоходный железнодорожный вагон для перевозки пассажиров и персонала обслуживания путей. В этот раз, как и в предыдущие, комиссия осматривала территории близ железной дороги. В прошлые годы возле гаражных кооперативов были обнаружены стихийные свалки. Осталось узнать, все ли в порядке в этот раз. Каждый год убираться как-то нам не совсем хорошо, тем более бытового мусора у нас здесь нет. И даже если пассажирские поезда проходят, как бы, а сейчас там замкнутый цикл, то вообще практически нет выброса. Если какие-то случаются инциденты такие, то у нас это сразу фиксируется и там наказываются люди, привлекаются к ответственности. Станция Ульяновск-Центральный, Белый ключ, Студенческая, Верхняя терраса. По пути встречались жилые массивы, гаражи и промышленные зоны. На этой компактной матрисе мы прошли уже половину пути. Промежуточные результаты нас порадовали. В Засвияжском районе чисто, свалок не обнаружено. Даже если специалисты Куйбышевской железной дороги находят нарушения, представители городских властей помогают в организации уборки территорий. Во время прошлых рейдов свалки обнаруживали в железнодорожном районе. СНТ «Белый ключ-1», прилегающая территория, бывают, образуются несанкционированные свалки, которые РЖД нас просит убирать, ликвидировать. Соответственно, в взаимодействии с председателями СНТ и с привлечением техники район ликвидирует эти навалы мусора. Подобные рейды проводятся ежегодно, обязательно по весне, после схода снега. Виктория Черкова, Герман Баранов. Улправда ТВ.